сгруппировались, ребятки. Ребятки сгруппировались. Сгруппировались. Иди сюда, Паша, Сюда иди. Да, 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 почему? Лондон! Париж! Португалия! Лайфхак от нашей компании, как сэкономить на проезде в парижском метро. Берем один билетик на четверых на одну поездку. Стоит 1,70. Кстати, парижское метро ходит не на железных колесах по рельсам, а по колее на обычных колесах, как на автомобиле. Вот, в общем, мы находимся в центре Парижа. Обратите внимание на преобладание французского. Да. Мы поднимаемся на Монмартр. Это самая высокая точка Парижа, переводится как холм мучеников. На самой вершине стоит... Нам именно туда. А на самой вершине стоит Сакре-Кёр, что переводится как церковь сердца Христова. Построен Сакре-Кёр был в память о поражении во франко-прусской войне 1870-71 годов. Ну, также на Монмартре писали свои работы такие знаменитые художники, как, например, Пикассо. И именно здесь началась Великая Французская революция. А вот, собственно, Сакре-Кёр. Las pruebas que me has de enviar, nunca dejaré que mi confianza desfallezca. ¡Cantamos! За 8 евро можно подняться наверх, чтобы увидеть Париж во всей его красе. Ну, мы, в принципе, уже видели Париж во всей его красе и с крыши Нотр-Дам, и с Эйфелевой башни. Так что мы решили сэкономить 8 евро и не подниматься на верх Сакре-Кёр. Хотя и самая точка. Самая высокая точка.
pretty baby. Trust in me when I say, oh, I love you, baby. Don't let me down, I'm praying for pretty baby. Now that I found you, stay. Let me love you, baby. Let me love you. Находится заведение совершенно противоположного характера, ну, противоположного Сакрекёру. Это Мулен Руж. Судя по всем приметам, мы приближаемся к Мулен Руж. Так как такое ощущение, что мы попали, не знаю, где-то на улице красных фонарей в Амстердаме. Потому что там кругом секс-шопы, публичные дома, какие-то массажные салоны. В общем, да. Хорошо. Это Фрагонара. Не только за тебя, и маме тоже хотел купить духи. Вот. Это музей духов. И он закрыт. 5 часов он закрылся. Да. Остались без духов. Здесь можно свои ароматы собрать, можно купить уже существующие большие маленькие баночки. Там все разное, очень сильное, очень круто. Да, то есть духи в разлив. Да. Пистаж, фабри, лимон, кастан. Ага. Пистаж. О, Шан-Зализе! Или что в переводе с французского означает Елисейские поля. Мы на них. Именно отсюда они начинаются. За моей спиной находится 24-метровый обелиск из Карнакского храма из Египта, что неподалеку от Люксора. Подобный обелиск стоит в Стамбуле, непосредственно, конечно, в самом Карнакском храме. Напоминающая жителям Парижа и его гостям о победах Наполеона.
утро. Угу. Время примерно 2. А у нас прощальный завтрак. Поехали. Кофе. Круассанами. И двух парнями. И каким-то двух парнями. Это через полчаса, через час выдвинемся на станции метро, этот порт Млёт, по-моему, чтобы от нее добраться до аэропорта Плавей, который находится в 83 километрах от Парижа. Нам надо дойти еще в автобусную остановку, там находится, и билет будет стоить, самый дешевый транспорт, чтобы добраться до аэропорта Плавей, стоит 17 евро. Добрались до станции Порт-Бейлоп, если он так называется. Слушайте, французский. Надо найти, где останавливается наш автобус. Соответственно, где-то найти, где можно купить его билет. Не знаю, как ребята... Фу. Аня знала, что ей Париж понравится, значит, давайте не знаю. Да, потому что я знаю, что Париж как бы вообще не хотел. Я думал, что мне тоже в Париже как бы понравится не особо. На самом деле, блин, ну здесь реально круто. Париж да, такой да. Разный. Каждые 5 минут, каждый район. Да. Париж такой Париж. Да. Вот, например, или как сказал Павел. Банкомат. Или как сказал Павел, французский не надо учить. Его надо понять. Понять и простить. Но как мы только что неожиданно выяснили, он укладывается на полчаса. Надеемся, что только на полчаса. Обслуживает этот мини-аэропорт, когда всего 3 авиакомпании. То того, что мы видели, было всего 2. Это Wizz Air и Ryanair. Пока у нас появилось свободное время, мы решили дойти до деревни, которая соседствует с аэропортом. Здесь никого нет. Кроме нас. А время я нашел. Странный бордо 2012 года открывается вот так. Мастер-класс. Нет, этим пальцем не получается. Вперед, 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 вперед.